Здравствуйте, неуважаемый Федор Алексеевич. Мы узнали, что вы сегодня получили билет в наш город Липецк. Так вот, мы вас здесь ждем. Мы с вами с радостью побеседуем, вспомним все, что вы сделали в городе Луганской и Донецкой областях. Мы вам все это вспомним. Вы приезжайте. Очень вас будем ждать. Также мы вам здесь поможем оформить билет с Липецка на Магадан. И по пути через всю Россию вы увидите, какая замечательная страна, как все богато живут, как все строится, ничего не разрушается, а все только умножается и приумножается. Поэтому, Петр Алексеевич, мы вас запомнили как кровавого диктатора Донбасса, мы вас ждем в Липецке, приезжайте, мы с вас спросим все, что вы сделали в этих мирных и цветущих областях Украины. Видите, сейчас 19 тысяч граждан бывшей Украины, а нынешней Донбасса. Поэтому, вы приезжайте, мы вас не сразу встретим.